Здравствуйте, дорогие друзья. Ко мне на ремонт принесли принтер HP. Это принтер 3 в 1, лазерный принтер 3 в 1. Тут принтер, сканер и Xerox. Очень хороший принтер, удобный и работяга. Здесь они чуть-чуть увлеклись бумагами. Получается, этот принтер как бы рассчитан не для глянцевых фотобумаг, а для матовых или для обычных снегурочек, для обычной бумаги. А здесь чуть-чуть увлеклись и решили проверить принтер на прочность. Сюда поставили глянцевую фотобумагу или самоклейку, или глянцевую фотобумагу. Ну, они когда включили принтер, дали команду. Вот глянцевая, тут печка нагревается до определенной температуры. Вот, когда нагревается, глянцевая бумага, она же этот клеит, ну как бы прилипается к печке, к горячему. Он рассчитан только для струйных принтеров. И как раз таки, когда в печку поступила вот этот печку поступила вот эта бумага, она сразу приклеилась и обернулась как рулон на этом. Хорошо, что не на горячий этот он закрутился, получается. Но я пока точно не могу сказать, но его надо открыть, разобрать. Вот это белое, то, что видите, это у нас как раз таки фотобумага. Глянцевая фотобумага. Нам надо его разобрать полностью, чтобы снять. Я пробовал так пинцетами, чем только не пробовал, не получается. Кусок отрывается, а дальше не получается. Скорее всего, там печка, вал только работает, когда включаем механизм. А так его вытащить не получится у нас. Сейчас мы его разберем и постараемся вытащить печку и разобрать ее тоже. Вот здесь у нас имеется два самореза. Здесь зашок имеется, и здесь зашок. Сняли. Отсюда сперва цепляем, потом. А здесь имеется у нас зашивка. И вот так снимаем с этих зашивок. Смотри, все целое, ничего не оторвали. Дальше. Сейчас. Вот здесь надо. Здесь, чтобы снять блок, надо нам чуть-чуть расслабить пускай. Здесь имеется два самореза. Их вот так. И все эти тоже. Ставим его сюда. Этот большой опять так закрутим. Сейчас этот часть снимем. Все, щекол сняли. С этой задней части щекол снимаем. И потом переднюю часть. Здесь тоже. Зашелка имеется вот здесь, где дисплей у нас. Тоже надо зашелки его снять.
Сейчас тоже сняли. Сейчас вот дисплей тоже снимаем. Дисплей, чтобы снять, надо вот этот шлейф отсюда отсоединить. Вот здесь у нас шлейф. Вот шлейф отсоединить надо отсюда. И вот это. Это выбираем. Дальше. Сканер надо нам снять. Чтобы сканер снять, надо вот это отсоединить. Вот этот регулятор надо отсоединить. Чтобы его отсоединить, там тоже имеется защелка. Вот эту защелку надо приподнять чуть-чуть вверх. Приподнимаем, она сюда выходит. Выходит сюда. Там много усилий не надо прикладывать. Вот. И его наклоняем, она сама выходит. И сканер тоже. Вот здесь. Вот сканер имеется. Тоже этот шлейф. Вот здесь. Надо его тоже отсоединить. После того, как мы его отсоединили, вот наш шлейф, отсоединили, мы его приподнимаем и снимаем. Это тоже в сторонку убираем, он нам чтобы не мешал. Дальше. Сейчас вот это снимем. Чтобы его снять, тоже нам вот надо с фиксаторов снять надо, вот. Приподнимаем чуть выше, и они сами выпадают оттуда, вот так, чуть-чуть. Наклоняем, опускаем. И это тоже. Вот. И опускаем. Потом смотрим, с этой стороны тоже имеется фиксатор. Это тоже нам надо отсоединить. Вот тоже сейчас отсоединим. Вот. Цепляем вот сюда и толкаем. Его тоже надо наклонить и снять. Так, очень просто. Убираем. Сторонку, чтобы не мешало. Сейчас надо переднюю панель снять. Вот переднюю часть. Чтобы переднюю часть снять, тут тоже на зашелках он стоит. Зашелки вот снизу надо зашелку убрать и получится вытащить. Вот, раз зашелка. И вторая зашелка. Сняли, снизим зашелку и вот приподнимаем, тоже убираем. Вот она, здесь тоже имеются зашелки. Вот, она вот так цепляется вот сюда. А потом опускаем вниз. И за эти зашелки она цепляется внизу. Все. Вот, убираем сторонку. Сейчас нам надо. Дальше, чтобы этот верх снять. Нам надо открутить. Вот здесь раз, раз, два. Дальше. Вот здесь. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Винтов надо открутить. После того, как открутили, она вот так снимается. Сейчас нам надо снять вот эти зашелки. Ну, раз и два. Это у нас с этой стороны, где шлейф находится такой. А, этот... с высокой платформой. А прямой это где у нас механизм находится.
Следующий нам надо открутить. Здесь раз, два. Три. Четыре. Четыре. Вот эти. Так. Раз, два, три, четыре. Винта. Пять. Пять. Открутили. Кинта открутили. Это играем. Сейчас нам надо... освободить вот эту часть, чтобы вытащить печку. Чтобы освободить вот эту часть, нам надо сейчас... отсоединить шлифа. И провода. И открутить надо. Раз. Четыре, пятый его здесь находится. Снимаем вот этот. Его когда снимаем, наверх мы сейчас нажимаем и к себе тянем. Удобно очень снимается. И вот здесь, который... шлифа. Вот, мелкие шлифы имеются, их тоже надо снять. Их снимать тяжело немножко. Вот пинцетом удобно. Берешь и чуть-чуть шатаешь туда и вытаскиваешь. С краю идет широкий. Потом два одинаковых идет. Где голубые провода, это с этого края. А где разноцветные края, провода, это посередине идет. Сейчас их так снимаем отсюда. И вот здесь тоже нажимается. Это тоже снимаем. Такая штуковина. Это тоже снимаем. Эти провода убираем отсюда, чтобы они нам не мешали. Вот. И мы добрались до печки. Чтобы печку снять, сейчас вот здесь фиксатор идет. Идет вот этот фиксатор, вот так снимает. Вот, на себя и снимаем.
такой фиксатор. Дальше, вот здесь раз, винтик, два и три вот внизу. Вот добрались мы до печки. Сняли печку. Принтер убираем. Нам надо сейчас его разобрать. Вот наша бумага. Вот здесь на этом ролике. Надо его разобрать и вытащить его. Надо вот открутить. Вот здесь раз, два винта. Его надо вот так приподнять. Вот так приподнять и снять. Вот за эти штучки она цепляется. Надо его вот так снять. Все. Сейчас пружинки надо отсюда снимать. Вот эти пружины снимем сейчас. И освобождаем. Здесь тоже пружины снимаем. И освобождаем. Раз. Два. Вот добрались мы до нашей термопечки. Снимаем эту часть. А, здесь вот эти шлейфа мешают. Сейчас нам надо снять вот этот шлейф. Вот здесь имеется шлейф. Вот этот шлейф надо снять. После отсоединения шлейфа она отходит легко. И вот наша бумага. И это, по-моему, сейчас мы его снимем. Вот она. Сняли мы его. Наконец-то добрались до него. Нагрелось, даже качество бумаги потерялось. Где-то какая-то непонятная бумага. А, вот это нижняя часть от самоклейки. Нижняя часть от самоклейки, она тонкая, поэтому она и завернулась там. Решили сэкономить на бумаге. Все, мы его разобрали. Сейчас проверим, к
каком он состоянии находится. Вроде принтер новый, особо он не работал, так что смазка все осталась. Вот своя смазка все осталась здесь, проверим везде. Вот это я почищу тряпочкой. Здесь тоже почищу и обратно заберу. Полностью забрали принтер. Вот этот листок был у нас там застрявший. Это от самоклейки нижняя часть, которую сняли. Вот это она тонкая, поэтому, наверное, застряла. Или когда вот глянец, наверное, как-то приклеился там, поэтому застрял. Так, все в обратном порядке собрали мы его. Сейчас включим, проверим, как он работает. Вот видно сейчас красный вал наш. Сейчас копию тоже сделаем, посмотрим, как он будет у нас работать. Вот наша копия. Ну, удачно. Все работает без проблем. Если понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал.